знаете, я говорила, что я маньяк контейнерный. Вот. Ну такое, знаете, дешевое. Нахрена здесь тыква? Сейчас буду ругать фикс прайс. Помните? Девочки мои, привет. Я знаю, что вы меня потеряли, а напрасно. Я вернулась, я никуда не пропадала. Были свои нюансы, расскажу об этом позже. Вот, сегодня у нас с вами фикс прайс. Офигенные покупки, девочки. Кое-зачем я тут охотилась несколько дней. Вообще не могла просто ни спать, ни есть. Искала во всех магазинах фикс прайса. Слава богу, нашла. Сейчас покажу чуть попозже. У нас будет разное. И мыло, и для уборки, и для хобби, и еда, и текстиль для дома. В общем, тут вроде бы покупок немного, но так, разные позиции. Давайте начинать. Так, давайте начнем, наверное, с покупочек для себя. Я уже покупала вот такие носочки в фикс прайсе, только бежевого цвета. Я вам их показывала, уже как бы началась осень, они обязательно нужны. Знаете, сейчас пойдут брюки, джинсы и все такое. И вот без носочек вот таких не обойтись. Они всегда должны быть и должны быть в большом количестве, так же, как и колготки. Потому что если у меня нет новой упаковки колготок, либо вот таких носочек, я начинаю нервничать. Я вот прям не могу. Мне нужно обязательно, чтобы новое лежало и несколько желательно. Потому что я такой товарищ, надеваю колготки, я могу их порвать. Могу порвать несколько, ну, короче, нужная вещь, расходный материал, это то, что необходимо. Цена товара 99 рублей. Здесь у нас две пары носочек. Давайте я открою, посмотрю, такие же это как бежевые или нет. Ну вот, да, смотрите, вот такие носочки. Вам может немного отсвечивать временами, потому что у нас сегодня очень ярко светит солнышко. Вот, смотрите. Ну, обычные стандартные носочки, ничего сверхъестественного, но нужная вещь в гардеробе каждой девочки. Куда без этого деться? Обязательно нужно. Так, дальше, что еще для себя? Смотрите, я увидела, и меня покорили цвета. В принципе, не являюсь фанатом особо таких резиночек для волос, но когда я увидела цвета, мне захотелось их приобрести. Смотрите. Ну, они такие няшные, девочки. Смотрите, пудровые, такие красивые. Это по принципу резиночек Invisi Bubble, ну, понятное дело, что это просто закос. Материал у них такой, ну, вы знаете примерно, что за материал этих резиночек. То ли пластик, то ли резина какая-то твердая, что-то такое. Качество исполнения, ну, такое. Не сказать, что прям хорошее, ну, дома там закрутить себе волосы и делать масочки для лица, чтобы волосы не лезли для макияжа, вполне себе пойдет. Дальше, смотрите. Неожиданная покупка, я не собиралась этого делать, но увидела и что-то в моей душе ёкнуло. Помните, я вам говорила, что я умею вязать, и некоторое время я даже вязала на заказ. Об этом вы можете увидеть посты в моем инстаграм, я оставлю вам ссылочку, зайдете, посмотрите. Так вот, когда я увидела вот эти спицы бамбуковые, что-то моя рука, знаете, сама собой потянулась за ними. Я думаю, дай возьму, но интересно, просто стало интересно, потому что те спицы, которые я себе покупала в то время, когда активно вязала, ну, они стоили на порядок дороже, даже не на порядок, а в разы. Вот эти, стоимость у них то ли 55, то ли 99, около того. Я не знаю, конечно, как они по качеству. Ну, навряд ли это что-то очень хорошее. Так, смотрим. Здесь диаметр у нас 5,5. Соединение неплохое, обычно с такими спицами проблема вот здесь, где соединяется жгутик с самой палочкой, может цепляться, но пока не попробуешь это на пряже, не поймешь. Вот эта штучка пластиковая, ну не знаю, девочки, а вдруг я опять захочу что-нибудь повязать, а вдруг я захочу себе свитер какой-то своять на осень, все может быть, я такой товарищ, сегодня не хочу, завтра захочу. Дальше, что увидела уже непосредственно на кассе, и у меня есть чехол для телефона с такой штучкой, и вы знаете, это крайне удобно, особенно если ты очень часто юзаешь что-то в телефоне, да, то есть у кого большие смартфоны, те понимают, что они могут выскользнуть из руки или просто держать как-то неудобно. Так вот, о чем я говорю, а вот такой штучки держатель для телефона, вот так это выглядит, видите, вот надеваешь на пальчик и удобно держать, ты точно знаешь, что телефон у тебя не выпадет из рук. Это особенно актуально для владельцев дорогих гаджетов, потому что до жути обидно, когда ты
из-за своей рукожопости выронишь телефон, который стоит до хрена и больше денег, и разобьешь его. Ну, обидно, как минимум. Так вот, у меня есть чехол с такой штучкой. И я вам скажу, что это очень удобно. Смотрите, вот как это выглядит. Вот такой милейший цветочек. Такого пудрового розового цвета. Немножко кстати, точно, у меня корпус на айфоне точно такого же цвета, да. Pink Gold, кажется, он называется, я не помню как. Здесь вот такая история на двухстороннем скотче. Вы крепите его либо к своему чехлу. Я попробую, у меня оригинальный силиконовый чехол стоит на телефоне. Чаще всего я пользуюсь именно им, потому что он как раз-таки препятствует выскальзыванию телефона из рук. Вот попробую приклеить на него. Думаю, что так я и сделаю. То есть вы можете непосредственно на сам корпус, если не носите чехлы, приклеить на двусторонний скотч, либо на чехол, который вы больше всего любите и чаще используете. Но как-то клеить на корпус, если честно, мне эта идея не очень нравится, потому что, ну опять же, мне как-то жалко носить телефон без чехла. Вы представляете, как быстро он зацарапается и так далее. И если упадет, то точно разобьется. Короче, вот, очень нужная вещь, девочки, по стоимости то ли 50, то ли 55 рублей, то есть бюджет на совсем, совсем. Мне кажется, на китайских сайтах и того дороже стоит. Так что обратите внимание на кассе, вот в таких коробочках. Вот. Это та же фирма, что и батарейки, да, точно. Батарейки, которые продаются в Фиксе, от этой же фирмы. Вот, классная вещь, я буду пользоваться, покажу вам позже, как это все выглядит. Дальше, смотрите, что я всегда покупаю, это из разряда постоянных покупочек для дома. Вот такие губки для мытья посуды, называются они кухончик, 3 штуки стандарт. Это самые классные губки для мытья, я пользуюсь только ими уже довольно давно, их достаточно надолго хватает, они приятные, тактильно, они хорошо вспенивают моющее средство. Очень хорошие, девочки, я вам прям могу рекомендовать. Это вот, если купите, то не пожалеете, точно не пожалеете, они очень классненькие. Что еще, смотрите. Увидела вот в такой яркой упаковочке мыло. Такие фрукты классные нарисованы здесь. Киви и клубника. Туалетное мыло Fresh. Я взяла ножницы и прям хочу сейчас посмотреть, что здесь за аромат. Так, ну вот такое мыльце. Вот так оно выглядит. Девочки, я что-то аромата вообще не чувствую. Такое, знаете, дешевое мыло из советских времен, особо даже ничем не пахнет. Ну ладно, посмотрим, как будет работать, может быть и понравится. Так, а вот что еще для дома, пока я не забыла. Смотрите, какие классные полотенчики. Как бы вам так показать-то? Я взяла на кухню, я прекрасно понимаю, что белые полотенца на кухню — это не самое такое практичное решение, да, но они очень классные, мне понравились по качеству, девочки. Они достаточно плотно набиты, они хорошо прошиты. Жаль, отсвечивает, солнышко светит так ярко у нас. Ну вот, видите, да, такие тут рельефные. Очень приятные, тактильно. Они даже не белого, они такого, знаете, молочного, что ли, цвета. Цвета топленого молока, шампань, я не знаю. Вот такого цвета. Я взяла 2 штуки. По стоимости они... Я сейчас прям посмотрю чеки, потому что я помню, в магазине я обратила внимание на то, что не очень-то они дешево выходят. Так, сейчас. Та-да-да-да-да. А, нет, 50 рублей. Полотенце стоит 50 рублей, девочки. Но они классные, прям классные. Мне очень нравится. Мне нравится. Так, изготовитель — Республика Узбекистан. В Узбекистане, между прочим, хлопок неплохой, так что можно брать. Да, имейте в виду, в Узбекистане, если производитель, видите, указан Узбекистан, то знаете, хлопок у них хорошего качества, потому что эта страна, ну как бы, работает с хлопком очень активно, они выращивают, обрабатывают и так далее. Короче, хорошие полотенца, взяла 2 штуки, будут они у меня на кухне, я прям довольна. Дальше, что еще? Дальше у нас пойдут продукты, и тема околопродуктовая, это вот, смотрите, вот такие баночки сейчас продаются в фикс-прайсе, это банки для сыпучих продуктов, они металлические, от фирмы Kitchen, в принципе, можете обращать внимание на все, что производит фирма Kitchen, то, что продается в фикс-прайсе, у них довольно-таки приличное качество, я обратила уже на это свое внимание. Для чего я это взяла? Ну, вы знаете, я говорила, что я...
маньяк контейнерный. Вот в плане хранения мне все надо и больше, желательно побольше. То есть, ну, мне так хочется все, знаете, как-то организовать, чтобы это все было красиво, чтобы это было удобно, чтобы это не стояло, как раньше у меня, мы когда только переехали в дом, я там какие-то ведерочки использовала от квашеной капусты, которые у меня оставались пластиковые, что-то в них насыпала, лишь бы это все не в пакетиках было. Но, естественно, потом я все это абсолютно выбросила и накупила себе контейнеров, и вот продолжаю периодически пополнять. Вот такая история, смотрите. Ну, то есть это конкретно для спагетти, тут даже написано «Italian pasta». Вот, можете сюда насыпать любые макароны, но я конкретно взяла для пасты, потому что для мелких у меня есть уже контейнеров достаточно много, а для вытянутых таких длинных спагетти я буду использовать именно вот эту штучку. Она достаточно плотная, девочки, не думайте, что это какой-то металл, который прям как фольга, вот я сжимаю и ничего не происходит. Они там есть вот в таком бежевом варианте и в черном, есть вот такие круглые, а есть квадратные, там смотрите, что вам больше нравится, но мне очень приглянулось, я прям схватила, даже не думаю. Как раз под цвет кухни, короче, классно, мне нравится, буду пробовать. Дальше, я уже второй раз покупаю в Фикспрессе вот такую пасту. Честно говоря, я не помню, в прошлый раз она мне понравилась или нет, но я решила попробовать еще раз. По составу она вполне прилична, спагетти группа А, высший сорт. Состав продукта: мука твердой пшеницы, вода питьевая. То есть, ну, самые полезные макаронные изделия, это те, которые изготовлены из муки твердых сортов пшеницы. Поэтому, ну, почему бы нет? Состав обыкновенный, ничего лишнего здесь нет, а по стоимости они дешевле, чем везде. То есть, это 25 рублей, по-моему, стоило. Я сейчас вам, так, скажу точно. Да, 25 рублей, девочки. Ну, где вы купите пасту за 25 рублей? 400 грамм. Ну, по-моему, нигде нет такой цены. Я, видимо, была голодна, когда ходила в Фикспрессе, да не видимо, а точно, поэтому продуктов будет больше, чем обычно. Вот такую пшеничную крупу я взяла, в пакетиках легко готовить, в пакетиках для варки 5 по 80 грамм. Вы знаете, я люблю нет-нет кушать кашу, вот почему-то захотелось мне пшеничной. Я понимаю, что каша из пакетиков менее полезна, чем если вы будете покупать, ну, такую обычную. Ну, что-то захотелось. Захотелось, и вот как бы поэтому я и взяла. Вкусная каша. Я попробую, не думаю, что она чем-то отличается от обычной. Где у нее состав? Какой тут может быть состав? Каша и каша. Ничего не написано. Просто пшеничная крупа. Ну, значит, кроме нее там больше ничего нет. Дальше. Что еще? Смотрите, вот. Взяла вот такую икру кабачковую. Посмотрела состав, меня он устроил полностью. По цене она тоже что-то недорогая. Сейчас скажу. Так, икра овощная. 55 рублей, девочки. 55 рублей. Что такое 55 рублей? Ну, она примерно так и везде стоит. Мне кажется, чуть подороже. Потому что здесь 680 грамм. Состав, смотрите. Так, кабачки, тыква, лук, морковь, томатная паста. Масло подсолнечное, соль, сахар, зелень, пряности, перец черный молотый, перец душистый. Все. Единственное, что меня сейчас смущает, так это тыква. Нахрена здесь тыква? Непонятно. Ну, будем посмотреть, как говорится. Попробуем, потом скажу в каком-нибудь из влогов, понравилось или нет. А вот то, что я уже покупаю не в первый раз, уже пару раз я, наверное, брала, это вот такие огурчики. Соленые, а нет, огурцы маринованные, готовый продукт, соленье, варенье, 680 грамм. Эти очень выгодны по стоимости. Я сравнивала, я смотрела в Пятерочке, какие продаются, я смотрела в Магните по стоимости. Так вот, эти самые выгодные. Состав абсолютно идентичный, даже в некоторых тех, которые продаются в других магазинах, да, там состав бывает похуже. Здесь более или менее. Смущает меня, конечно, пара позиций. Сейчас скажу, каких. Вот смотрите, здесь что? Огурцы, вода питьевая, соль поваренная, пищевая, регулятор кислотности, уксусная кислота, укроп, чеснок, перец, черный горошек, лист лавровый, подсластители, цикламат натрия, сахарид натрия. Вот эти два момента меня смущают. Вот эти подсластители. Думаю, пользы организму они не принесут, но и особо не навредят. Так что по вкусу они классные. Они достаточно хрустящие. Блин, сейчас уже кушать захотела.
Короче, хрустящие, вкусные, можно их покупать, девочки, обратите свое внимание. Помидорки, не знаю, помидорки я не брала. Видела еще, девочки хвалили микс. Вроде бы были миксы у них, там и огурчики, и помидорчики. И говорят, что очень вкусные. Но я ни разу не встречала такой смеси, чтобы огурцы и помидоры. Я вижу либо огурцы, либо помидоры. Поэтому взяла на пробу, понравилось, уже взяла второй раз. Так, ну что у нас тут осталось? Осталось, собственно, то, зачем я гонялась. Вот интересно, может кто-то угадать, что это или нет? Девочки. Та-дам! Смотрите, что я купила. Девочки, счастью моему не было предела, когда я их нашла. Я сейчас расскажу, что это такое. Но некоторые из вас, наверное, уже поняли. Это вот такой контейнер, смотрите, для хранения овощей по стоимости 199 рублей. Его диаметр 22, 32,3, 21,7, ну короче, достаточно вместительная штука. Стоит 190, я сказала, да, 199. Для чего мне он нужен? Значит, сейчас у меня овощи, такие как картошка и лук, хранятся не пойми как в том шкафу, где установлена мойка. То есть под мойкой, в каких-то этажерках, еще как-то, мне это крайне неудобно. Это постоянно рассыпается, шелуха от лука там валяется, меня бесит просто, не могу, невыносимо. И я когда видела у блогеров вот такие контейнеры, я поняла, что это именно то, что мне нужно. Смотрите, здесь вот такая крышечка, то есть вы засыпаете туда картошку, лук, что вы там предполагаете хранить, и все, и вот у вас крышечка. Крышечка с перфорацией. То есть там будет вентиляция воздуха, продукты не будут пропадать моментально. Вот он у вас стоит, вы засунули руку, да, там такой изгиб удобный. То есть все будет подкатываться сюда к краю. Вы засунули руку, взяли все, что вам необходимо. И, пожалуйста, закрыли, пошли дальше. То есть никакого мусора вокруг всей этой истории не будет. Это же очень удобно. Смотрите, я взяла два, чтобы поставить вот так. Вот таким образом, один на один. Смотрите, девочки, вообще супер. Вот, вот так поставлю под мойку один на другой, и будет у меня доступ. Здесь, допустим, картошка, здесь будет лук. Это вообще супер, по-моему, даже по высоте подойдет. Представьте, как это все аккуратненько, красиво, фикс-прайс. Я тебя обожаю, правда, фикс. Но это же надо. Ну и пусть что, 199 рублей, ну а где вы купите дешевле, девочки? Ну где, нигде. Здесь пришли и такую привезяли. Вообще, фикс прайс, все моменты, которые касаются организации хранения, всякие там контейнеры и все остальное, мне очень нравится. Я могу советовать смело. Прям супер, девочки. Так что покупаем и даже не переживаем. Попозже я вам покажу, как я это все дело организую, как это у меня будет выглядеть. Вот. Видите, мои контейнеры, девочки, я вам могу их советовать очень смело, даже настоятельно рекомендовать. Стоят они не очень дорого, я не помню, то ли 77, то ли 99 рублей, честно, я не припомню. Вот я покупала себе сначала один, и все у меня хранилось в одном, и сладкие специи, и пряные, вот все это. А потом взяла еще один и разделила, да? Вот смотрите, как удобно. Поставила, все у тебя аккуратненько стоит, ничего никуда не высыпается, не просыпается, все ровненько. Там разделители есть, очень удобно. В одной все для сладкого, в другой все для там всех остальных, первых, вторых блюд. Так что, девочки, классная вещь, можете покупать даже не задумываясь. Это очень удобно. Вообще супер, я довольна. Сейчас буду ругать фикс прайс. Помните, я вам показывала вот как раз от этого набора или от другого, нет, от другого. Два набора я покупала себе на кухню. То есть вот такое кухонное полотенце и прихваточка. Значит, в обоих наборах случилась одна и та же проблема. В каком-то месте по периметру прихватки происходит вот такая вещь после первой стирки и даже до стирки. Она расползается. Смотрите, вот еще. Здесь тоже расползлось. Видите? То есть материал хороший. Прошито все вроде бы, но, видимо, не знаю, что они пожалели материал или что. Видите, как получается? Расползается и все. Но это на выброс, ну действительно. Что я сяду и буду вот это вот все зашивать, зачем оно мне нужно? А полотенца вообще классные, действительно, хорошо впитывают, ткань достаточно плотная, она натуральная, они красивые, что самое интересное, мне очень нравится. Так что думайте, девочки, если... Ну, а может быть, мне попалось бракованное, и тот, и другой набор, я не знаю. Смотрите, если вас это не смущает, то берите. Если все-таки не хотите вот такую историю видеть на своей кухне, то тогда я именно эти наборы советовать вам не могу. Так,
забыла сказать. Еще, девочки, что я покупала в этот поход, вот такие два батончика. Так, как они называются? Кофе с шоколадом, батончик мюсли для энергии. Заряжает бодростью, придает силы, повышает работоспособность. Но вы знаете, в качестве такого легкого дневного перекуса, для тех, кто не хочет съесть очень много сахара и каких-то вредностей, можно покупать, да, вот такие батончики. Само собой, мы их заточили, ну, вернее, не мы, а я. В тот же день, когда ехала обратно после фикс-прайса, потому что очень хотелось кушать в очередной раз. По составу здесь в основном он более или менее такой, знаете, съедобный. Но что точно могу сказать, что это будет значительно полезнее, чем тот же самый Сникерс или что-то подобное. Вот. По стоимости они, опять же, недорогие, там рублей 12-13, где-то так. Значит, в общей сложности, девочки, мой чек получился, вам ничего не видно, ладно. Мой чек получился на сколько? На 1000 рублей ровно. Ну, 1077 даже. Не очень-то и много для фикс-прайса, потому что фикс дорожает, и с каждым разом тратишь там все больше и больше. Ну все, пока.